ковали. Расстаются ковали. Совсем уже рядом. Да, проскочили, блин. Она вот эта граница регионов, она по всей вероятности между первым и вторым поворотом на Благовещенск. Ну, на маршруте, когда двигался во Владивосток, снято на камеру, на регистратор. Температура 1 градус тепла.
колеблется 1-1,5 градуса.
15 метров. Здесь я останавливался на ночевку.
по-моему, до сих пор стоит. Thank you.
там через короткое расстояние, меньше километра, наверное, развязка прямо на запад России, направо Якутия, Магадан, ну и назад Владивосток, Хабаровск, Уссури. В общем, такая картина. Так, пройдено сколько же? Обратили внимание, сам с собой разговариваю. Наружная температура 1,5, говорит машина. Поехали. Режим парковки. Какая парковка? Какая парковка? Обычный режим записи. Горы в тумане, снежок справа и слева. Вот она, эта развязка. Якутск, Магадан. Ну, мы двигаемся прямо. Сделали новую развязку. Молодцы, хорошо. Развязка правое направление, это Якутск-Магадан. Мы там уже были. Больше желания нет.
4900. Сегодня, разумеется, не доеду. Thank you.
крайней мере, с левой стороны в окно наблюдаю. Хотелось бы, но дорога грунтовка, и потом меня напрягает первый снегопад. Thank you.
улица региональная. Кащенко пора обращаться. Ерофей Павлович, 135. Ерофей Павлович, блин.